Еще раз повтори. Еще раз повтори. Миф, миф, братан. А? Где взял? Братан, Кирилл, братан. Из-за этого говна у меня отец умер. Пап, знаю, почему мы с тобой не говорили при жизни. Но сейчас, когда тебя не стало, я понимаю, что мне тебя не хватает. Замираса, не переживай. Я теперь за старшего. Не знаю, правильно или нет то, что мы делаем. Лев, распространяйся, отвечай! Да, да! Я тебе обещаю. Я все сделаю, чтобы у нас на районе не было наркотиков. Манас, смотри, ты же понимаешь, да? Если ты его прикрываешь, я тебя сам могу закрыть без проблем вообще. Конечно. Если ты все понимаешь, на, бери листочек. Заходи. Все, что ты мне сказал, пиши здесь. Хорошо. Хорошо. Я Темирбеков Манас Махсатулла. 1986 года рождения. Город Алматы. Рос с родителями и младшим братом. Мать работала учительницей, отец был прорабом на стройке. Со своими друзьями Димой и Азаматом выросли вместе в одном дворе. Ё-моё! Аза готов? Готов. Дима готов? Готов. Начали. Занимались спортом и работали охранниками в ночном клубе. Ты чё? Успокойся, я тебе сказал. Из-за наркотиков начали страдать наши семьи и близкие. Мне бы сейчас не приехал. Просто мама попросила. Из-за этого говна, блядь, мы отца потеряли, блядь! Посмотри на себя! Что это хуй с тобой сделал? И поэтому мы приняли решение, что будем вылавливать каждого закладчика, чтобы на нашем районе больше никто и никогда не распространял. Кем мы жатком держали? Добра, Турхаус. Рубна тина фидуния хасина. Офилла харати хасина укиина азабаннар. Рахманик арху. Пацаны, рахмет вам. Как папа скончался, всегда рядом. Всегда поддерживаете, помогаете. Хочешь, брат? Конечно, мы будем рядом. Ты чё? Ты чё там, решил все свои вопросы? Нормально все? Да, нормально. Как-то сунгой угрек. Сейчас с бабками чуть напряг. Думаю, соберем. Не переживай, скинемся. Поддержим. Рахметаз, я здесь побуду чуток. Давай мы двинем. Ты чё, куда? Да к черту одному заехать надо, он вообще меня что-то вытягивает. Чё за черт? Кто такой? Я на выходных одного в клуб пацана не запустил, он там давай кипиш поднимать. Номер мой взял, теперь на общение вытягивает. Димон, тебе это надо, а? Чё ты каждому второму свой телефон раздаешь? На админа скинул бы, пусть сами разбираются. Да я ему объяснял, он тупорылый, не понимает. 10 раз уже звоню. Ну, не понимает, поехали, пообщаемся. Мас, не надо там щеглы. Сами разберемся, там родственники тебя ждут, маме еще помогать надо. И мозги не парьте, я с вами поеду. Сейчас Мирас позвонит, чтобы домой ехал. Ё-моё, нафига ты ему это сказал? А? Я что, знал, что да, он Мирас... поедет, что ли? В смысле поедет? Ты же знаешь, в такие моменты он первый прискакивает. Сам езжай, у меня времени нет. Жақта кезде су Онда неге бәрі қайтпа Ома негізге ха Ема, музыку выключи. Родной, наконец-то. Ема, пиво, пиво, кому пиво, деньги. Давай, давай, проезжай, проезжай. Народ, слушайте внимательно, знакомьтесь.
это мой близкий, Мирас! Ты тоже знакомься, это вот Кана, короче. Мирас. Вот Дина там, Асина. Таник, родной, чего там? Где это? А? А то природа уже не кумарит. Природа, мать, нас не спасает. Вот он принес наш Дед Мороз. Вот, брат. Ема, родной. Сам будешь юзать? Не-не, брат, я не буду. А Йока дома? Да, внутри идет. Окей, сейчас зайду тогда к ней. Давай-давай. Братишка, когда домой будешь заходить, портфель сними, а то подумаешь, школьник, и менты придут, а? Натуре. Че, народ, кис-кис? Мяу-мяу. Кто в теме? Погнали. Музыку, музыку, музыку. Жан, привет. Привет, ты когда приехал? Ты что здесь одна стоишь? Да шумно там. Еще тебя ждала, хотела поговорить. О чем? Блин. Раз честно, я устала. Не нравятся мне эти посиделки. Меня уж бесит твои друзья-наркоманы, твои непонятные проблемы. Жан, мы же уже с тобой об этом говорили. Пацаны ради меня тут собрались. Ты же знаешь, у меня отец недавно скончался. Я эти дни вообще уже никакой хожу. Только сегодня вышел погулять, развеяться. Прости, я чуть не подумала. Да все нормально, Жан. Я тебя люблю. Я тоже. Ты же на меня не обижаешься, да? Нет. Кстати, ты не забыла, сегодня в кино идем? Насчет кино... Сегодня у меня не получится. Почему? Маме нужно помочь. Завтра гости приезжают. Она мне только что сказала. Давай как-нибудь на днях. Ну, на днях так на днях. Ты же моя хозяйственная. Я тебя люблю. Я тоже. Ладно, Жанна. Мне мама пишет уже. Давай я тебя на такси посажу хотя бы. Не-не, я сама. Точно? Да-да-да. Пока. Я тебя люблю. Пока. Да. Шеф, разрешите? Заходи. Шеф, хотел доложиться. Там наши опера выявили 6 потенциальных распространителей наркотиков. Хотим их сейчас взять, но санкций на их арест нет. Если сейчас не возьмем, то дальше будет поздно уже. Хорошо, берите. Только НСЗ заполните, после задержания узаконим его. Есть. Ассаламу алейкум, братан, проходи. Здорово. Че, как жизнь? Да, пойдет. Сам как, брат? Ничего, нормально. Капец, ты быстро строишь. Вроде же недавно начинал. Да, а че тянуть-то? Я же мамки строю, братан. Красавчик. Че, сам строишь, что ли? Нет, строители есть. Просто у них сегодня выходной, а вот стяжку сам хотел добить.
Ну правильно же говорят, да? Каждый мужик должен дом построить, дерево посадить и наркоту толкнуть. Сам, какими судьбами, брат? Слушай, Аканский, ты, наверное, слышал, там одних ребят повязали. Наши? Ну, слава богу, нет. Нам повезло, меня предупредили. Просто пацанов жалко. Знакомые, я знаю, кто за ними стоит. Крыса какая-то их слила. Знаешь, что самое интересное? Эта крыса на меня работает, прикинь. Да ну нафиг, братан, а кто это? Сам не знаю. Ты как думаешь? Знаешь, братан, я думаю, это Арсик. Он в последнее время какой-то мутный стал. Точно. Слушай, я даже о нем как-то не подумал. Надо пробить за него. Аканский, а хочешь узнать, кто реально крыса? Да, братан, кто это? Ты? В смысле, братан? Запомни, с крысами только так. Кончайте его. Разрешите доложиться. Содержание прошло успешно. Все подозреваемые в здании. В ходе обыска было изъято около 4 килограмм синтетических наркотиков под названием мефедрон. Ну, что сказать, молодцы. Работайте дальше. Есть. Свободен. Подожди ты, ему. На, затянись. Расслабить тебя. Ты же не мяу-мяу, это просто травку ее. Резко затягивай только и держи все. Держи, держи. Нет, не мое, брат. Бывает. Кстати, брат, все, я удалил. Возвращаю мобилу. Завязывай, оставь все. Как, он же дорогой же. Не парься, мы все решим. Короче, отработаешь потом. Как я отработаю? Братуха, просто не парься, ё-моё. Я тебе говорю, отработаешь потом. Вообще, давай сегодня кайфовать, просто не думать ни о чем, хорошо? Рахмет, брат. Конечно. Да, брат, единственное, я больше не хочу эту дрянь с собой таскать. Просто ты попросил, я заехал и, все, окей. И привез. Окей. Но единственное, просто больше мой мяу-мяу. Дрянью называй, хорошо? Хорошо. В целом, чё, как ты? Да, пойдет. Каркаса как прошло? Нормально. Родной, ты не парься, это жизнь. Я вон отца тоже рано потерял. Да, брат, я в курсе. Все так. А этот? Нормально все, а её как где? Да, она к маме уехала, завтра гости приедут. Спасибо. Что там? Ты поговорила со своим лошарой? Нет, еще. А что так? Ты же сказала, что сегодня расстанешься. Да, блин, не получилось. То его друзья зайдут, то еще что-то. Да просто жалко его, он еще не отошел от похорон. Ничего. Типа, я жалости будешь дальше с ним двигаться? Нет, конечно. Завтра встречу, поговорю, скажу, что расстаемся, все. Точно? Да. Ну, смотри. А то я буду ревновать свою кутежку. Вань, не называй меня кутежкой. А что? Шарова, ты народа.
Жирный с холода, жирный с холода. Да, я думаю, на Юке жениться. Ебать себе. Не рано ли? Да нет, не рано. Таких, как она, мало сейчас. Таких, как она, вон. Только что было здесь. Ты уверен, что ли? Ну да, уверен. Она хорошая. Тем более любит меня таким, какой я есть. Ну, если уверен, делай что. Чуждиги. Гудалава. Все, братан. Погнали, погнали. Осы неге паражықтыңгенше, постоянно сазы жүреміз. Есть такое, есть. Или только у меня. Че, готово там? Готово. Ну все тогда заливайте аккуратно. Только ровно все сделайте, завтра строители придут, чтобы вопросов не было. Все хорошо будет сделано. Ну что, Аканский, зато будешь всегда дома. О, Сайгуль Тате, здравствуйте! Ой! Айдарчик, калайсың балам? Бәрі жақсы, давайте сумки. Вы как? Ден саулы қалай? Бәрі жақсы. Сен қашан келдің? А, я вот недавно пришел. Дом такой строите. Прям сказка. Айтпа. Байқұс балам күн-түн демей осы. Мама, бұл сіздің үйіңіз, сізге салып жатырмын деп. Айтып жанталасып жатыр ғой. Да, кан, красавчик қой. Қалай, өзің қалайсың? Ничего, все нормально, потихонечку все работаем. А? Да. Ай, ол өзі қайда? А, я сам без предупреждения приехал. Вот, позвонил ему, он говорит, за стройматериалами поехал. Но мы с пацанами здесь немножко даже помогли по... Ой, дұрыс айдалай. Дұрыс көмектескендерің дұрыс дос болғаннан кейін бәрінің үстіп бірге жүргендерің дұрыс пайдалай. Ой. Иә, бәрі дұрыс қой өзіңді енді. Да, да, все хорошо. Дұрыс. Мы сейчас тоже бизнесом занимаемся, там резину с Китая ждем. Дұрыс па. Жұмыс істегендерің, мына жас кездерінде жұмыс істегендерің дұрыс. Бәрі адалынан болсын, достықтарың да, жұмыстарың да айналайындар. Сәлеметсіз. Амансыңдар ма, балалар? Әпесе ж. Ладно, біз қайтайық онда. Рад был вас видеть. Жақсы айналайын, айналайын. А, кстати, Акану передайте обязательно. Если что-то нужно, ну, у меня сейчас по бизнесу все хорошо, мы всегда рады помочь, ладно? Рахмет, айналайын, рахмет. Көмектесіп тұрғандарың жақсы, рахмет, айналайын, балалар. Сау болыңыз. Аман болыңдар, аман жүріңдер, айналайын. Қайда жүрсеңдер де, барлығы дұрыс болсын. Жұмыстарың бәрі, айналайындар, рахмет. Түнде далада, күнде далада, біздің балда. Эй, Дима, блин, щеглы же, ё-моё. Эй, щеглы, не щеглы, надо обосновать. Чё, зря приехали, что ли? Сау, пацаны. Чё там? Чё закипишь? В смысле, чё закипишь? Ты сам знаешь. Слышь, братишка, раз вытянул ситуацию, проясни, чё ты бурагозишь? Во-первых, давай без братишки. Во-вторых, он меня в клуб не пустил. Я с ним что не пустил. Я в тот день с девушкой был. А он на личность перешел. Плюс ко всему, там камеры были. Я не стал у него спрашивать. Поэтому я его вытянул. Э, пацаны, чё за разговор, а? Мужики работают. Вы же знаете, там есть фейс-контроль и так далее. Чё за сейчас школьно-детский разговор сейчас, а? Братуха, давай не будем. Тебя там не было. Ты же не знаешь, как он с моей девушкой разговаривал. Не, как я разговаривал? Ты вспомни. Короче, ты меня вытягивал, вот я конкретно приехал. Если есть желание по разам, все, давай быстро выскочим и вопрос решим. Ехала? А ты ну, чё, ты... сомневаешься, что ли? А чё, сомневаешься? Сомневаюсь? Ну, подойди, объясни. Ну, подойди. Все, 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 мужики, все. Макс, это мой кипиш, я решу. Нормально. Короче, давай я с тобой по разам быстро выскочу. Если у тебя вопросы останутся, тебя тоже кончу. Понеслась. Знаешь, она на Дима. Давай, Санчо, делай. Он джаварта. Давай, Дима. Солтем-то, солтем-то. Давай, давай, давай. Он уйдет. Солтан-то, брат. А я тур, 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 он уйдет. Тап, Мира, тап. Тур, тур, тур. Останавливай. Тур, тур, тур. Он уйдет. Делай, Раду, делай.
Корпус! Я сам его сдавай! Давай, 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 красава, добивай, добивай. Полдывайте, хорош! Я тащи! Хорош, тащи, че, у кого еще какие вопросы? Ты что хотел? Все, все, вопрос закрыт. Правильно, я его закрыл. Переверните его, вздохнет Саша. Все, рассосались, чего? Поехали. Күнде далада, күнде далада, біздің балдар, ары бір салада. Димон. Оу. Мадика помнишь? Чё за Мадик? Да, Мираса, одноклассник. В третьем доме жил, чё, не помнишь, что ли? Мадик? Прикинь. Капец, ты здоровый стал. Ёма, ну-ка встань. Бухал. Эй, не садись. Офигеть! Ты вырос. Кстати, как на клубе? Нормально? Ерла не напрягается? Не, я все объяснил. Не парься. Братан, джакс мне джу и рин джуму старого рыба. Все, давай, мать. Иди гуляй, салям. Все, джакс, братан. Давай. Джакс, братан. Ага. Пипец, время летит, да? Братан, спросить хотел, неудобно было. Да спрашивай, что ты понтишь. Вам экспертизу в итоге дали? Отец от передозировки умер? Даже, если честно, не спрашивали. Ну, врачи сказали, что сердце остановилось. Кто его знает? Может, из-за передоза. Да. Худой сахтас. Жалко его. Сам виноват. Его же никто не заставлял. Не, ну мало ли, может, у него какие-то проблемы были, что за этого употреблял. Какие проблемы, Димон? Проблемы надо решать, а не наркотой пичкать себя. Я сколько мой брат угробил. Барыга кончен. Хоть бы ему еще накинул. Костя, сколько уже мотает? 8,5 где-то лет. Пипец. Да, Джиги, с родственниками нам, конечно, капец повезло. Да. Как мама? Нормально, держится. Салам, брат. Салам. Салам. Валькус. Имандос, брат, не стерек, саурло. Рахмет. Имандос, брат. Рахмет, Джиги. Жасунда, брат, хавардамыз. Давай. Пацаны, чё он там мутит? Который? Вот этот. Не знаю. Походу, закладку прячет. Закладку? Да. В машине есть баллон? Не, баллонника нет. Молоток есть, брат. Возьми молоток. Заклад волосы на ирек. Эти закладчики. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Что делаешь? Ничего, ключи нашел. Кому ты лечишь? Что ты там спрятал? Закладку, да? Нет, брат. Сюда иди. Что в сумке есть? Ничего. А вы кто вообще? Подойди-ка сюда. Менты, что ли? Какая разница? Не, брат. Это что? А это не мы. А чьи? Ихние вот. Стой, разделимся.
Сам мразь. Дай сюда. Еще раз спрашиваю, что это такое? Да, я не знаю. Это не мое, братан. Что ты накидываешь? Сам только что закладывал. Братан, честно, это... Ишак, это тоже не твое, да? А? Братан. Че еще раз спрашиваю? Сахар, братан. Слышь, братан. Мим. Что сказал? А? Еще раз повтори. Еще раз повтори. Мев, братан. А? Сними его на видео. Братан, зачем? Азов, сними его на видео. Еще раз повтори. Что ты там сказал? Киримис. А? Киримис, братан. Я не слышу. Еще раз. Мефедрон. Где взял? Где взял? В телеграме, братан, сейчас. Я не имена. Знаю. Я не знаю. Имена, говори. Братан, я не знаю, клянусь. Ай, кэш, молоток. Братан, Киримис. Казман. Братан, все, братан, знаю. Знаю пару поставщиков. Имена? Номера в телефоне. Где телефон? У меня, сумки. У меня. Скажете, от Сабита. Дадут вам. Как зовут? Сабит. Конченый ты, Сабит. Ты в курсе, что из-за этого говна люди умирают? Энелермен Харнда старался нестись, а? Братан. Теперь будешь закладывать? Не буду, клянусь, братан. Конечно, не будешь закладывать. Давай руку. Братан, берегись. Ставь руку! Братан. Держи его. Ставь руку! Манс, может, не надо, а? Надо! Братан, не надо, братан, не надо! Из-за этого говна у меня отец умер. Вот теперь точно не будешь закладывать. До суда, братан! Все, братан! Казах умирамай, медицин секильда киды кателест. Вальдам по-любому иринес. Көпшілік түсінбейсі нәңгімес. Манс. М? Тебе не кажется, что... Ладно, избить-то мы его избили, но... Молотком по руке зачем? Я думал, мы его просто припугнем. Блин, извиняйте, Джиги, не сдержался. А с другой стороны, как с ними по-другому, Аза? Он видит же на районе, блин, их валом, как у себя дома ходят. Я лица наши убрал. Че, реально в интернет сливать? Ну, сливай. Пусть другие смотрят и боятся. Грузится. Теперь что? Аза, ты этого телефон взял? Да, взял. А номера поставщиков записал? Записал. Давайте завтра прокатимся, проведаем их. Ты уверен? Конечно. Димон. Да. Че у тебя как со временем завтра? Нормально. У тебя? Да. Свободен. Все, тогда завтра поедем. Общаемся. Че, может, похаваем, а? Да, давай, только... Блин. Поехали. Что сказать? Если чисто по закону, мы должны их сажать. А если чисто по-человечески, все неправильно делают. С этими закладчиками по-другому нельзя. Я Соловей. А на этих, кто бил, информация есть? Нет. Ищем. На пострадавших это? Он в больницу. Заявление писать не хочет. Ну, конечно, не хочет. Вы, главное, уголовку заведите. Раскачайте его по полной. Может, что-нибудь интересное всплывет? Есть. А их же надо найти. А то резонанс в интернете уж появился. Что за резонанс? Из-за этого закладчика, что ли? Угу. А что такого? Пусть друг ему урок будет. А с этими пацанами что делать? Ну, поищите их. Найдете хорошо, не найдете. Нет, так нет.
Ежегодно в Казахстане наркотики становятся причиной гибели множества тысяч человек. Но это никак не мешает росту наркозависимых людей. Ими становятся люди разного пола и возраста. Богатые и люди, живущие на грани бедности. Творческие и прагматичные. Люди абсолютно разного социального статуса. Каждый из них становится жертвой зависимости, которая в конечном счете может погубить их жизнь. Как и жизнь моего отца.